Говоря о соблюдении правил карантина, порой складывается впечатление, что некоторые граждане по-своему соревнуются в невыполнении установленных норм. Рейд далее. Сегодня в стране соблюдение гражданами правил карантина строго контролируется сотрудниками органов внутренних дел, Министерства обороны, Национальной гвардии. И днем, и ночью организовываются рейды по выявлению правонарушений. Как известно, в городе время передвижения автотранспортов ограничено. Об этом неоднократно упоминается во всех СМИ. Однако мы видим, что нарушения все еще фиксируются. Несмотря на позднее время, число автомобилей не уменьшается. Продолжая рейды, мы опять видим нарушения, связанные с отсутствием или неправильным ношением медицинских масок, а также несоблюдением социальной дистанции. Наш следующий адрес – улица Кяттакана, Учтепинского района. Вокруг цветочного магазина мы видим компанию молодых людей. Время на часах – 1:30 ночи. 2 часа ночи. Аналогичную картину мы видим на улице Катартал Чыланзарского района. Сотрудникам пришлось прервать беседу этих юношей и провести разъяснительные работы. Перемещаемся на улицу Шахрисавс Мирабадского района. Поведение этого гражданина не может не удивить. Нарушитель карантинного режима решил высказать немало нецензурных слов. К сожалению, многим все еще сложно привыкнуть к введенным карантинным ограничениям. Именно поэтому нарушений среди населения выявляется немало. Это показали и очередные изучения, проведенные в столице.